такой вопрос, который сегодня так очень горячо обсуждается, прежде всего среди молодежи христианской. Я думаю, что в Библии достаточно заповедей, достаточно запретов, чтобы к ним добавлять еще какие-то там дополнительные. И конкретно запреты на татуировки мы в Библии не видим. Да, в Ветхом Завете есть слова о письменах на теле, но это связано прежде всего с некими магическими, оккультными практиками. Вот. Если же говорить о современных татуировках, лично я бы ни сам бы не хотел их делать, ни близким людям бы, я бы не посоветовал делать татуировки. Почему? Потому что чаще всего люди делают татуировки в связи с какими-то событиями, которые важны в их жизни, мне кажется. И порой кажется, особенно в молодом возрасте, то, что происходит сейчас, это будет важно всю жизнь. И вот как не набить имя моей любимой девушки или что-то символичное, связанное там с нашими отношениями или еще с чем-то. Потом проходит время, и то, что было когда-то важно, оно очень часто становится неважным. Вот. А татуировку уже не убрать, ее уже никак не смыть. Это вот как бы уже навсегда с тобой. Ты как бы словно вынужден что-то на себе постоянно носить, хотя, может быть, на сегодняшний день тот период жизни, в котором ты находишься, совершенно отличается от того периода, когда ты делал татуировку. Вот. А этот знак на тебе остался. И, может быть, ты там все свои отношения хочешь как-то запечатлять, то сначала в одну влюбился, а потом в другую влюбился. Все это на себе написал, все эти имена, символы, сердечки. А вот потом, через некоторое время, ты нашел настоящую девушку своей жизни, женился на ней, а на тебе все это осталось, эти старые там надевали, гали. Вот, куда это девать? Никуда, и это будет смешно. Когда, помню, мы отдыхали с семьей в Испании, то мы видели, что немало европейцев, потому что там как-то все пораньше началось, пожилых, они носят на себе татуировки. Было понятно, что они их делали когда-то в молодости. И когда-то в молодости, возможно, это как-то так выглядело импозантно, может быть, вот. Но со временем тело поменялось, кожа стала другой, и это очень забавно выглядит. Поэтому я лично не делаю татуировки на себе, и близким не советую, ну а как другим это им решать?